А на последний прощальный матч чемпионата выходили победители. Золотая и серебряная команда. Шли последние минуты чемпионата. Забрасывали с последней шайбы. Этот гол, забитый Михайловым, стал сотым для нашей команды. Последним восклицательным знаком первенства. Советские хоккеисты выиграли все свои матчи. Установили рекорд результативности. Президент Международной федерации хоккея на льду господин Джон Ахерн вручает Кубки мира и Европы лучшему нападающему первенства, капитану победителей Борису Михайлову. Чемпионат последним днем. И неизбежно наступает пора новых тревог, новых надежд.